28 июня 15 участников поисковых отрядов и военно-патриотических клубов Одинцова, Краснознаменска и Власихи отправились в поход, который приурочили ко дню партизан и подпольщиков. На своем маршруте они посетили памятный знак на месте, где было найдено тело замученного фашистами комиссара Сергея Солнцева, а также точку базирования партизанского отряда. Везде проводились субботники, возлагались цветы, зажигались памятные свечи.